В эфире на Ульцкого телевидения информационный выпуск новостей. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте. Выездной прием граждан провел глава администрации района Ильшат Базигатов в Старокудашевском сельском поселении 21 января. Со своими вопросами пришли жители центральной усадьбы с различными вопросами. Интересен Томас? Загира Исламгараева интересует, когда им выдадут зерно за аренду их земельного пая в 2018 году. Не получивших зерно на селе оказывается несколько десятков человек. До сих пор нам зерно выдавал совхоз Алексеевский. Я не один ведь, есть и другие пенсионеры, которые ждут долг. Держу кур. Для этой цели прошу зерно. Чтобы решить этот вопрос, Ильшат Вазигатов предложил написать письмо руководителям совхоза «Алексеевский». Физул Шейхлисламов поднял вопрос о работе воспитателя детского сада «Лейсан». Детский сад 9-часового пребывания, а воспитатель работает всего на полставки – 36 часов в неделю. Дети должны находиться под постоянным наблюдением воспитателей. Данную проблему нужно решать не на уровне района, а на уровне Министерства образования, объяснил глава администрации района. Сегодня я настоял на том, чтобы 0,5 ставки нам ушли. Целую ставку все равно у нас не получается, да, бюджет там 0,8 как утеряется. На сегодняшний день требуется ремонт помещения ФАП, замена пола полностью, косметический ремонт, ремонт сантехники и замена двери, да, перегородок. Этот вопрос уже рассмотрен уже в течение нескольких лет. Смета уже составлена на сумму 365 тысяч рублей, но пока денег нету на ремонт. Вот хочу вот именно с этим вопросом обратиться к главе администрации. На сегодняшний день проживают 304 человек у нас, а не прописано 365 человек. Из них 41 дети и остальное взрослое население. По ПМИ «Реальные дела» эти проекты позволяют сельчанам решить многие проблемные вопросы. То, что нужно населению, то, что находится в приоритете, вот это и нужно включать в различные проекты. Инициативу нужно проявлять самим, подчеркнул Ильшат Вазигатов. Заведующая клубом Фируса Дускаева пришла с вопросом о приобретении для клуба аппаратуры. Ее вопрос глава перенаправил в Управление культуры района и попросил решить положительно. Ильшат Вазигатов выслушал всех внимательно, еще раз объяснил, что в любую программу нужно включать те объекты, в которых в первую очередь необходимо провести ремонт. Очередной инвестиционный час прошел в администрации района 23 января. А в этот раз он прошел в несколько нестандартном формате. На встречу с главой администрации района, его заместителями, представителями различных ведомств пришли индивидуальные предприниматели нашего города. Уже длительное время у Лилии Фараховой и Артура Зарипова решается спорный вопрос по поводу имеющегося земельного участка на территории бывшего рынка. Каждый из них изложил свое видение, свои предложения и требования к противоположной стороне. Со стороны администрации района им были предложены возможные пути решения спорного вопроса. Сегодня инвестчас был посвящен проблематике, которая возникла на территории бывшего рынка в связи с тем, что приобретатели земельных участков не могут найти общий язык рядом со своими уже имевшимися строениями и в дальнейшем под строительство новых объектов. Хотя администрация района буквально в течение 2018-2019 года предпринимала все попытки предупредить приобретателей этих участков, наших предпринимателей, у правообладателей, которые в лице Зарипова Артура Генриховича, который еще, насколько помню, в 2014 году приобрел через Министерство земельных и имущественных отношений рынок наш. И данный земельный участок, объекты находятся в его собственности. При этом попытка построить там большой торговый комплекс не увенчались успехом за эти годы. Дальше предприниматель Зарипов предпринял меры разделить участки и продать по долям.
При этом мы предупредили, что для того, чтобы возвести объект недвижимости, нужен земельный участок с площадью не менее 1000 квадратных метров или 10 соток минимум должно быть. И предупреждали наших предпринимателей, чтобы не делали неправильных шагов в части приобретения. Вот сегодня, через год с лишним, возникла такая ситуация, когда уже между собственниками земельных участков уже спор. Ничего другого здесь не остается, как им предложить идти в судебном порядке решать уже их вопросы. Здесь, конечно, была попытка сделана еще нашим отделом архитектуры в части урегулирования конфликта перемежевать земельный участок и создать правильную конфигурацию для того, чтобы оставшаяся часть рынка, имеющийся потенциальный покупатель, приобрел и построил торговый комплекс. Одна из участниц не хочет слышать, из 8 человек, вот 7 соглашаются, одна нет, и идут на принцип. Это, конечно, нас не красит. Данная ситуация может, то есть ставит под угрозу исполнение новых проектных работ, которые мы планируем. Вот об этом мы говорили в рамках федеральной программы «Малые исторические города» по общественным территориям. Мы претендуем на грант федеральный для того, чтобы украсить и сделать красивым пешеходный проход от ЖД моста до елочной площади с обустройством всем. Об этом мы многократно говорили. В связи с тем, что вот здесь идет такая перепалка, вот эта программа тоже будет сложно идти. Поэтому я бы призвал, конечно, предпринимателей еще раз задуматься, одуматься и сделать, как предлагает отдел архитектуры. Это даст возможность нам урегулировать конфликт. Любой конфликт, он не приводит ни к чему хорошему. Конечно, суд — это крайняя инстанция, можно и нужно мирным путем решать. В ходе проведенной проверки в сфере соблюдения прав граждан, участников долевого строительства многоквартирных домов и деятельности застройщика за 2019 год прокуратурой Янаульского района были выявлены нарушения требований законодательства о защите прав потребителей. Подробнее об этом нам рассказал помощник прокурора района Тимур Портянов. В настоящее время в городе Янаул строительство многоквартирных домов с привлечением денежных средств граждан осуществляется одним застройщиком. Всего в 2019 году с гражданами заключено 7 договоров участия в долевом строительстве. При изучении договоров установлено, что застройщикам не включены условия, ущемляющие права дольщиков как потребителей. По указанному факту нарушений прокуратурой района в отношении виновного должностного лица возбуждено производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.8 КОАП РФ, которое рассмотрено. Виновному лицу назначено административное наказание в виде штрафа. Также прокуратурой района по указанному факту нарушений внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Нарушения, указанные в представлении, устранены. В связи с изложенным прошу граждан быть внимательным при заключении договора о долевом участии и изучать их перед подписанием. Все мы любим чувство чистоты. Наши ковры тоже любят быть чистыми. В этом могут помочь на автомойке «Чистый город». Здесь примут любой ковер и подпишут его. Сначала все ковры пропускаются через пылевыбивальный станок, который уберет всю пыль, волосы и шерсть. И можете не сомневаться, мусора там не останется. Ни одна ручная выбивалка не способна на такое. После того, как станок выбит всю пыль из ковра, его скатывают в рулон. Дальше ковер попадает в цех мойки. Там его тщательно смачивают, ждут, когда он полностью пропитается водой, и поливают специальным моющим средством для ковров. Затем начинается сам процесс мытья с помощью электрических щеток, которые поднимают ворс ковра и удаляют трудновыводимые пятна, а также жевательные резинки или пластилин. При таком виде мытья ковры не деформируются, ворс остается высоким. После этой процедуры средства смывают и ковер отправляют в специальную центрифугу. Здесь внимательно смотрят, если вода до сих пор остается грязной, то процесс повторяется. Последующая центрифуга выжимает ковер, и в сушильной камере зимой и летом, в любую погоду, мы сушим
и 100% сухой ковер возвращаем. С недавних пор у нас еще появилась такая услуга зонирования ковров. Ковры бывают со специфическими запахами, а это еще и лишние клещи, бактерии, плесень. А зонирование – дополнительная услуга. Она входит как бы в комплекс. Мы освежаем ваши ковры. Чистый ковер отправляется в сушильную, хорошо вентилируемую камеру, где он находится до полного высыхания. Стирка ковра обойдется в 120 рублей за квадратный метр. Если же длина ковра больше 3 метров, то стоимость уже будет составлять 150 рублей за квадратный метр. Такая же цена будет за ковры с высоким ворсом. 5-й год уже моем эти паласы. Как только это, прекрасно. Сегодня принесли, завтра уже, пожалуйста, берите на здоровье. Чистые, прекрасные, как будто новые. Очень доволен. И предлагаю, рекомендую, если кто хочет, приезжайте вот сюда, посмотрите, какое имеется оборудование, качественное, и по-современному делают. Бывают такие случаи, что люди стараются ковры в домашних условиях, то есть не вынося ковер из помещения, постирать, убрать какие-то пятна и используют общеизвестные рекламируемые средства. После них, к сожалению, мы уже почти беспомощны, чтобы убрать какие-то трудноудалимые, потому что одно средство мешает другому средству, и оно, наоборот, закрепляет только. Поэтому большая просьба, обращайтесь к нам на автомойку. Мойка ковров. Мы всегда вам рады. Ждем вас. В чистом городе на стирку также можно сдать спецодежду, синтетические одеяла и постельное белье. После приемки все сортируют, просматривают на степень загрязнения, делят по цветам. После загрузки в стиральные машины выбираются соответствующие программы для стирки и добавляют моющие средства. Автомойка «Чистый город» работает ежедневно с 8 до 21 часа по адресу город Янаул, Победы 55. Все дополнительные вопросы можно уточнить по телефону 8 919 608 9190 или 8 965 948 82 28. Спортивная игра «Мама, папа, я. Спортивная семья» прошла в детском саду Рябинка 21 января. За звание самой спортивной семьи поборолись воспитанники 9, 10 и 15 детских садов со своими родителями. Музыкальный номер воспитанников детского сада номер 9 стал открытием спортивных состязаний. Соревнования включали 11 разнообразных конкурсных заданий. Среди них семейный завтрак, идем на день рождения, прыжки через обруч, переходим через болото. Каждая из них требовала и физической подготовки, и сплоченности всех членов семьи, и смекалки, а также творческого подхода. Дух азарта царил в спортивном зале. Зрители активно поддерживали участников. Цель нашего мероприятия – это пропаганда здорового образа жизни. Родителям идея очень понравилась. За наш детский сад выступает семья Сабировых. Мама, папа, я, спортивная семья, между садиками проводим первый раз. А внутри садика мы проводим каждый год. Детям очень нравится, родители тоже. Родителям тоже очень нравится выступать. Они прям с таким азартом идут на это спортивное соревнование. Они борются за первые, вторые, третьи места. Дети болеют за каждого, за каждую семью, за каждого своего друга, подругу, скажем так. Одно из заданий конкурса – музыкальный номер. К нему семьи готовились заранее дома, выбирали композицию, репетировали выступление. Полученный результат оценивался членами жюри. Среди критериев оценки – соответствие выбранной композиции теме конкурса, артистичность, участие всех членов семьи. Мы семья Шакировых, наше название – «Крутые перцы». В детском саду мы участвуем в различных мероприятиях спортивных, потому что спорт – это жизнь, спорт – это сила, здоровье. И своим примером мы хотим показать всем, чтобы все занимались спортом, нашим деткам тоже показать, что спорт – это важно, этим нужно заниматься. Сегодняшнее мероприятие очень веселое, нам понравилось. Мы участвуем не в первый раз, поэтому нам не составило труда, да, поучаствовать. Когда нам предложили, мы сразу же согласились. Потому что папа, мама, я – дружная семья.
Завершился конкурс награждения победителей. Самой находчивой семьей была признана семья Шакировых. Самыми дружными члены жюри признали семью Дунаев. А в номинации «Самая спортивная семья» награду получила семья Сабировых. Гульнара Сиддикова, Аяс Хабибуллин, служба новостей Янаульского телевидения. В этом году мы встречаем 75-летие Великой Победы. Завтра в нашем эфире смотрите фильм-портрет о самом молодом ветеране Великой Отечественной войны Амирянину Рулине. Сейчас эфир продолжит программа «Криминальная хроника». Я с вами прощаюсь. До новых встреч. О событиях и преступлениях, происшедших за две минувшие недели, в очередном выпуске программы «Криминальная хроника» в студии Ильнар Шарыгин. Здравствуйте! 6 января поступило сообщение от жителей города, что неизвестное лицо, разбив окна, проникло в цех по ремонту электрооборудования, расположенную по адресу город Янаул, переулок мясокомбинату, дом 13, и похитило 6 катушек медного кабеля стоимостью 10 тысяч рублей каждая. 8 января полицейские в 12 часу ночи выехали в село Верхний Чат, откуда пришло сообщение. Выездом установлено, что мужчина 61 года рождения угрожал ножом своей дочери 89 года рождения. 11 января через систему 112 поступило сообщение от жительницы улицы Молодежной, что в ее котельную зашел неизвестный мужчина. Неизвестным он остался только до приезда полицейских. Выяснилось, что проник в котельную мужчина, проживающий в селе Старокудашево. 10 января в одном из сетевых магазинов города был выявлен факт хищения установленным мужчиной одной бутылки водки. Об этом сообщил специалист службы безопасности магазина после просмотра камер видеонаблюдения. Выездом в отношении жителя города 78 года рождения был составлен административный протокол. Вечером уже в другом магазине, также при просмотре камер видеонаблюдения, был выявлен факт хищения неустановленной женщины одной бутылки водки. 12 января около 3 часов ночи неизвестная женщина сообщила, что на дороге по улице Победы лежит мужчина. Выездом в отношении жителя улицы Солковского составлен административный протокол. 13 января поступило 2 заявления о явке с повинной. Два молодых жителя Янаула 94-95 годов рождения признались хищением медного кабеля из цеха по ремонту электрооборудования, расположенного по адресу город Янаул, переулок мясокомбината, дом 13. 15 января около часа ночи за медицинской помощью обратилась девушка 87 года рождения. Телесные повреждения ей нанес житель северной части города 99 года рождения. Медицинская помощь понадобилась и мужчине 74 года рождения. К медикам он обратился к закрытым переломам костей носа, ушибам мягкой ткани лица, гематомой лица справа. Телесные повреждения ему нанес тот же житель северной части города. В этот же день в отдел с заявлением обратился житель города с просьбой привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое похитило сотовый телефон стоимостью 9,5 тысяч рублей. Полицейские установили, что хищение совершила жительница города 73 года рождения. 17 января жительница улицы Победы сообщила, что ее сосед, похитив 4-летних колес, уехал на отечественной автомашине темного света. В результате введения плана перехват автомобиль был задержан. В отдел за кражу доставлены двое наулицев. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Отделом МВД России по Янаульскому району приглашает на службу в полицию. Требования к кандидатам: возраст от 18 до 35 лет, образование не ниже среднего, отсутствие судимостей. Служба в армии приветствуется. По вопросам обращаться в отделение кадров по адресу город Янаул, улица Ломоносова, 22. Телефон 5-49-34. Это все главные происшествия за минувшую неделю. В завершение программы хочу еще раз предостеречь вас от необдуманных поступков и решений. Берегите себя и своих близких. До свидания.
24 января ожидается пасмурная погода, снег, ветер западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 12, минус 14, днем минус 8, минус 10 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой снег. В отдельных районах гололед, на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 6, минус 11. При прояснениях минус 12, минус 17. Днем минус 5, минус 10 градусов. Распродажа в ювелир-центр. Скидки на украшения до 70%. Только до 27 января 2020 года. Во всех салонах ювелир-центр. «25 января приглашаем студентов Янаульского района в Межпоселенческий культурно-досуговый центр на мероприятие, посвященное Дню российского студенчества. В программе 11.00 проектная площадка «Будущее Янаула в твоих руках». Прими участие и получи бейдж, дающий право на бесплатное посещение с 15.00 плавательного бассейна или тренажерного зала физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность». 21.00 студ-пати с зажигательным диджеем в кафе «Бордо». 12.15 кофе-брейк. 12.30 концерт посвященный Дню студентов. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент, умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегеничную внешность – основные требования к претенденту. Если на твоих глазах человек провалился под лед, сообщи о происшествии по номеру 112 и по возможности окажи помощь. Номер 112. Экстренная помощь в твоих руках.